Опять двойка. Сегодня на очередном заседании думских комиссий депутаты заслушали отчет Березняковской водоснабжающей компании за первую половину 2021 года. По инвестиционной программе было запланировано 0 мероприятий. На сегодняшний день фактическое исполнение по водоснабжению аналогично. Уже и не секрет, что количество аварий, связанных с водой, увеличивается с каждым днем. А работы по ремонтам и замене запорной арматуры ведутся недолжным образом. В компании БВК, конечно, вопросы есть. Я думаю, все это видим, все знаем. У нас есть проблемы и с водой, и с канализацией, и на правом берегу, и на левом. Поэтому дальше мы этот вопрос, конечно, будем обсуждать на совете Думы. По итогам рассмотрения отчета депутаты двух комиссий сочли работу водоснабжающей компании неудовлетворительной. Более подробно расскажем в ближайшем выпуске новостей.